Доброе время суток, дорогие друзья! С вами Марина. Сегодня хочу вам рассказать о своем заказике от компании Avon. Это был у нас 8-й каталог. Ну, от Avon я уже давно ничего не заказывала. В основном сейчас пользуюсь косметикой Faberlic. Но любовь моя к Avon не проходит. Конечно, мне много что там нравится. Ну, вот кое-что мне нужно было, и я решила заказать себе. Вот, конечно, вот заказала туалетную водичку. Туалетной водички у меня уже много. Но были такие хвалебные отзывы об этой водичке. Ну, я решила, что и мне она нужна. Просто необходима. Вот заказала. Но особого восторга, конечно, от этого аромата я не испытала. Пользоваться буду с удовольствием. Впереди лето. В общем-то, уже лето, а не впереди. Не очень-то оно у нас радует. Но легкий такой аромат. Буду пользоваться. Но однозначно повторно заказывать я не буду эту туалетную водичку. Ну, это мое ощущение такое. У всех, конечно, вкусы разные. Вот я так ее почувствовала, что... Наверное, больше она мне не нужна будет, эта водичка. Ну, так, приятно. Больше ничего сказать не могу. Вот такая вот водичка Персив Оазис. Коробочку я уже выбросила как-то сразу. Будем пользоваться. Вторая моя покупочка. Это вот такие вот кисти. От Avon я заказывала как-то кисть такую, ну, дорожную, она в пластмассовом футлярчике, такая коротенькая, вот такого же типа, но она немного пообъемнее этой. Ну, тоже вот такая вот мягкая, хорошо набитая. В общем, нравится мне. Вот от Faberlic заказывала кисть, что-то мне не понравилось, какая-то она очень жестковатая кисть. Не в восторге. А вот это вот очень даже замечательная мягкая кисть. Здесь вот логотип Avon. Вот так вот написано Avon. Удобная ручка, не скользящая. Приятная кисть. И вот такая вот для подводки стрелок. Ну, для век, одним словом. Вот так. Такая же ручечка у нее. Такая плоская, не скользящая, удобная. Вот такие вот кисточки. Третий мой заказик, моя покупочка, это тональное средство. Вот это вот такая новая марка Марк. Марка Марк. Это вот, это я покажу вам в 9-м каталоге. Но также стоимость была 295 рублей по каталогу. Это мультифункциональные средства 3 в 1 для идеально ровного и сияющего тона. Вот такое вот средство. Мне средство это понравилось. Действительно, вот сейчас я вам покажу, какое оно. Много я так его тут нанесла. Вот смотрите, вот наносишь на руку, действительно получается такое сияние, такое подстраивается он под тон кожи, ну такое вот свечение получается. Средство, конечно, замечательное, мне понравилось. Придает такой легкий оттеночек загара, легкий. Идет оно в одном цвете. Вот такое свечение получается. Хорошее средство. Буду с удовольствием пользоваться. Так, еще я заказала себе карандаш для губ. Номер его 406-96.
Карандаши вообще мне от Avon очень нравятся и для глаз, и для губ. Для губ в особенности. В общем, цена-качество это просто исключительно. Везде карандаши дороже. У Avon они дешевле. И по качеству мне они нравятся больше. Вот такой вот цвет. Ну, цвет такой нейтральный. Как бы вот он сиренево-розовый, что ли. Но даже как бы приглушенный цвет. Вот сейчас на камере он как бы ярче смотрится и подходит, подойдет под любой даже оттенок помады. Такой хороший цвет, мягкое нанесение, очень мне карандаши нравятся. И по возможности я всегда заказываю себе карандаши. Я даже жалею, что вот один заказала, потому что постоянно делать заказики я, конечно же, не буду. Я пользуюсь сейчас Faberlic. Но все-таки вот я уже каталог, потом вам покажу, что я хочу еще заказать. Конечно, заказик у меня еще будет. Так, и заказала губную помаду. Губная помада это Lady Forever, номер 29043. Вот такая вот помада. Сейчас сделаем вот на этой руке сводчик. Так вот, не знаю, как видно. По-моему, видно, да? Приятный цвет, она хорошо ложится, помада от Avon хорошего качества. Особенно мне нравится вот в таких вот футлярчиках столбиками помады. Вот. Заказом я очень довольна. Очень мне понравился цвет. Вроде бы в ней перламутра особого нет. Вот здесь как-то кажется, что она с перламутром. Но нет, она просто вот такое тоже у нее сияние. Даже не знаю, как вам видно или нет. Может быть, даже на этой руке показать. Вот так. Красивый цвет. Тут камера немножко как-то искажает. Она более... Вот здесь в сиреневый, как-то сиреневый оттенок придает. Но она какая-то такая розовая. Больше розовая, чем сиреневая. Цвет мне очень понравился. Так, следующая моя покупочка это вот такой, вот такая большая бутылка, или как назвать, 400 миллилитров это объем, зеленый чай, лосьон для тела, смягчающий и освежающий для всех типов кожи. Слышала отзывы хорошие об этом лосьоне. Действительно, очень приятный аромат. Такая вот легкая текстура. Но это лосьон. Вот. Легкая текстура. Впитывается. Легкий, очень приятный аромат. Зеленый чай. Планируемый взять с супругом на отдых вот этот вот объемчик большой, и нам после загара как бы вот для тела хватит вот этого флакона даже с избытком, чтобы не брать много каких-то средств. Ну и после загара, конечно, я всегда беру пантенол.
Вот. И вот такой вот увлажняющий, смягчающий лосьончик. Будет как раз кстати. И последний мой, моя покупочка, это вот такое средство, маскирующее идеальный тон, светлый оттенок, номер его 89358, также вот марк. Средство очень светлое, вот по сравнению со средством от Faberlic, оно гораздо светлее. И как-то, мне кажется, оно превращается в пудру. Но что хочу сказать, что вот такого эффекта, чтобы морщины как-то стали выделяться, нет, я такого не увидела. В общем-то, хорошо оно так маскирует. Так вот оно светлое. Вот. Средство мне понравилось. Хорошее средство. Так, ну и вот дали мне, прислали мне эти вот такие журнальчики, конечно же, каталоги. 9 и 10. И я уже приметила, что же мне еще заказать. Конечно, вот не обойдусь я одним заказиком. Я уже даже, я так мельком посмотрела. Не очень-то я тут разглядывала. Там, конечно, есть и акции. Наверное, кому-то я не буду так заострять внимание на чем-то. Я особо тут и не разглядывала. Вот. Что мне нужно из этого каталога? Вот, конечно, закажу я такую косметичку. Вот она здесь 169 рублей. Нравится мне такой принт, такая текстура. Вот, закажу обязательно такую косметичку. Так, еще у меня в планах заказать вот такой вот крестик. Крестик я уже в обзорах видела. Очень хорошо смотрится, хорошее качество. 179 рублей. Цепочка с подвеской. Габриэлла называется. Вот такой вот крестик. Он под жемчуг. Так, и что еще в этом каталоге мне понравился? Вот этот вот женский шарф Инга. Материал полиэстер, размеры 202 на 98. Вот, цена 499 рублей. Вот такой вот он, такой вот орнамент у него. Также хочу я заказать вот такой вот шарфик. Вообще в планах у меня заказать еще женские брюки. Это джеггинсы, они как бы, здесь они написаны женские брюки. Но вот в 10-м каталоге уже они идут с большой скидкой. То есть тут вот написано тотальная ликвидация. И как бы, может быть, они хотят вывести уже эту модель. Вот здесь и светлые такие брючки летние, и вот эти вот с эффектом потертости. Хочу я заказать себе. Они 1099 рублей всего в этом каталоге будут. Так что вот одним каталогом у меня опять заказ мой не обойдется. Здесь вот эти джеггинсы со скидкой. А вот в 9-м ну, то, что я вам показала. Даже, может быть, что-то еще мне понравится. Я пока еще не прорабатывала каталог. Так, посмотрела. И вот, что мне упало, как говорится, на мой первый взгляд, что мне нужно, я уже вот это вот закажу. А так, конечно, здесь много различных акций, предложений очень заманчивых. Вот карандашики здесь для век по 215. Так, по 249. Карандаши, конечно, сейчас стали гораздо дороже. Так, ну вот
матирующая компактная пудра Хит, цена 355 рублей. Так, ну это, конечно, я все заказываю Faberlic. 135 средства для интимной гигиены. Вот, ну, в общем, посмотрим, может быть, что-то еще. Так, вот здесь какая-то новиночка. Солнце Калифорнии с ароматом розового грейпфрута. Это вот гель, крем-гель для душа, крем-гель. Были гели вот эти вот Senses. Сейчас, видимо, уже даже крем-гели. Так. Ну и все, мои дорогие, заказики своем я вам рассказала. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо за просмотр. С вами была Марина.